Здравствуйте, дорогие зрители нашего YouTube-канала, самые внимательные. Смотрели видеоролик о том, как мы готовимся к отправке. Ну а сейчас мы начали уже непосредственно собирать заказы. Ребята из всех ирисов, которые мы обработали и разложили по стеллажам, сейчас с документами собирают заказы. А мы проверяем, делаем необходимые изменения, необходимые манипуляции и отдаем эти посылки на упаковку. Ну а завтра все эти цветочки мы начнем возить на почту. Планируем возить дня 3-4 и параллельно начнем высылать вам треки. Следите, пожалуйста, за вашей электронной почтой, просматривайте письма в ближайшее время и ждите трек. Ну а если вы его не получили, не пугайтесь. Значит, вы просто попадаете в следующую партию, в следующую выкопку. Но до начала августа, до где-то числа 10 августа, мы закончим рассылать все посылки с ирисами. И все треки будут у вас на электронной почте. Треки мы высылаем где-то с задержкой в 1-2 дня, потому что посылки на почту возим партиями. Мы упаковали посылки, упаковали одну партию, отвезли ее на почту. Сотрудники почты обрабатывают эти посылки, делают все необходимые документы. И через 1-2 дня после того, как мы отвезли им посылки, отдают нам треки. Номера посылок для отслеживания. И, дорогие друзья, посмотрите, какие чудесные ирисы лежат сейчас в этих ящиках. Не дайте им времени залежаться на почте. Приедут они, идите забирайте посылку, не ждите. Тем более во многих отделениях, во многих почтовых пунктах нашей страны посылки лежат уже не месяц. Посылки лежат до 15 дней. И первые 5 дней они лежат бесплатно, а потом вам придется доплачивать за каждый день хранения. Поэтому приехала ваша посылка, не надо ждать извещения, не надо ждать какого-то особенного дня. Найдите время, заберите цветочки с почты, и они тогда приедут к вам. Вот в таком чудесном состоянии, вот такие вот свеженькие, и будут ждать, когда вы их посадите. Но если у вас сейчас слишком жаркая погода, потому что у нас сейчас страна разделилась на две части. Там, где сейчас очень жарко, и это за Уралом, в Сибири сейчас стоит очень жаркая погода. И там, где сейчас очень холодно. Так вот, не надо сажать ирисы в очень жаркий день. Подождите, ничего страшного, полежат они у вас, вы вскроете посылочку, положите в прохладное место, и они у вас полежат несколько дней, дождутся своего часа, потому что в жаркую погоду тяжело проходит укоренение, тяжело проходит переезд ирисов на новое место, поэтому не надо торопиться и в плюс 35-40 сажать цветы. Ну а это собранные заказы. Мы сейчас с Денисом их обрабатываем и отдаем на упаковку. Вот те, кто за нашим питомником сидят много лет, конечно, узнают наш традиционный интерьер. Цветные столы, такие расстановку такую, что мы работаем по парам. Вот у меня с Денисом два стола здесь. Анны Борисовны стол с нашим бухгалтером Ириной Владимировной. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите их тоже в наших видеороликах. Где-нибудь они покажутся, мелькнут. Наши документы, которые, наверное, все уже выучили наизусть, как выглядят бланки заказов. У нас новинка. Мы на своих бланках теперь ставим наш фирменный цветочек. Вот он, цветок. Наш фирменный цветочек теперь будет на бланке. Просто такая милая деталь, которую мы решили добавить. Дорогие друзья, но я могу бесконечно что-то вам рассказывать, но надо работать, надо скорее обрабатывать заказы, чтобы они разъезжались по всей стране. А вам повторю напоследок.
треки встречайте, посылки получайте. А если вы будете еще отписываться о получении посылок, то вы будете самым лучшим цветоводом, самым лучшим клиентом нашего питомника. До встречи, дорогие друзья. Пока!